Всем здравствуйте! У меня большая радость. Для таких же сумасшедших садоводов-огородников, как я, будет сегодня распаковочка. Получила посылку долгожданную. Что, как вы думаете, что там? Гортензии. Питомник Аннабель. Еще раз скажу, название питомника. Питомник Аннабель. Все время спрашивают, все время говорю, так как я уже не первый раз заказываю в этом питомнике. Еще третий раз скажу, друзья, питомник называется Аннабель. Сегодня съездили, мы-то на даче в Ленинградской области, а мотались домой в Санкт-Петербург получать посылку. В общем, 100 километров туда, 100 километров обратно отмотали. Ну что не сделаешь, да? Ну что не сделаешь? Посылка шла с деком заказывала. Санкт-Петербург заказ делала 28 или 29 сентября. А сегодня, сейчас скажу вам какой, сегодня 9 августа. И вчера мне пришло оповещение, что посылочка пришла. Так, вот так тут у меня гортензии. В этот раз я заказала много. Что тут идет? Вот тут описание и цены. СДЭК. На 7500 подорожала стоимость доставки с ДЭК. В прошлом году я заказывала, была, по-моему, 600 рублей, а в этом году 878 рублей до Санкт-Петербурга. С ДЭК подорожал. Так, ну что, будем открывать. Вот сюда. Вот так. Первый пошел. Так, быстренько, побыстрее, девочки. Ну это же счастье. Ну это же счастье получить. Ой, как они цветут, друзья. Новинки цветут. Так, первое это кто у меня? Панзана, да? Есть такая? Пансана или панзана. Вот, 650 рублей. Вот такой саженец. Хорошая, хорошая. Дальше. Так, буду кидать, извините. Дальше кто у нас? Саженцы это однолетние. То есть они весной начеренкованные. Вот сейчас они вот такие. Так, дальше кто у нас? Все как обычно. Гофрокартон. Вот самая удачная, удобная упаковка. Видите, заматывается скотчем. Я тоже так отправляю. Взяла на вооружение, чтобы влага сохранялась и земля никуда не рассыпалась. Все хорошо. И гофрокартон, вот он, видите, вот здесь стянуто, вот, сейчас я вам покажу, вот здесь стягивается горшок, и он ни туда, ни сюда, и гофрокартон идет в длину коробки. Очень удобно. Я тоже так отправляю, взяла на вооружение. Так, дальше. Пантеон, вот такая, пантеончик, ну хорошенькие, отличные, саженцы отличные. Стоимость пантеон 650 рублей. Так, дальше. Надо поторопиться, да? Поторопиться надо. Сделаю обзор, девочки, своих. У меня есть три гортензии, которые просто потрясные. Две из них новинки. Так, пандалус. Вот пандалус и пантеон я очень хотела. Очень-очень. Пандалус тоже видела у Натальи из Беларуси. И вот прям влюбилась, как, знаете, гортензия бигрин. У вас еще нет гортензии бигрин, обязательно ее приобретите. Вот такая пандалус. Так, дальше. Гортензии чудные. Сегодня возвращались из Санкт-Петербурга. Ехали окольными путями, потому что я там заезжала в фирму, камни покупала. И вот сады, где цветут гортензии. Погода у нас, так, Little Apple, это новинка прошлого, вернее, она, наверное, продажа поступила только в этом году. Little Apple 650 рублей, это небольшая, видите, вот она даже уже пытается, видно вам, пытается зацвести, маленькое яблочко называется. Ее часто сравнивают с гортензией, ну как часто, она же новинка, сейчас сравнивают с гортензией бигрин. Но бигрин будет повыше гортензия, а Little Apple заявляет нам 50 на 50. Я ее видела цветущую, но только по видео, шикарная гортензия.
сейчас в моде, да, у нас вот маленькие садики и невысокие гортензии. Поэтому как раз Little Apple. Так, дальше. Ну вот молодцы, вы знаете, кто вот так упаковывает. Немудреная упаковка, совсем немудреная. Но как же хорошо доходят саженцы. Все прекрасно, ничего не пересушено. Так, кто у меня это? Бисвит. Свит, если правильно произношу. Вот такая, поменьше саженец, но тоже хороший. Так, дальше. У меня все в гортензиях, слушайте. Даже грядки, сказала мужу, уменьшаю грядки в пользу гортензий. Индиан Саммер, Ред Вельвет. Вот такая гортензия. Мне кажется, я ее в прошлом году заказывала, но, наверное, забыла, как при заказе, плюсануть ее в корзину бросить. Потому что еще в прошлом году хотела заказать. Ред Вельвет, вот такая гортензия. Так. Дальше. Девочки, каждую покажу. Не буду сокращать видео. Одним дублем все в единой распаковке. Quick Fire Fab. Вот такая гортензия. Тоже сколько она? 690 рублей. Вот такой саженец. Видите, влажное все. Вот. Что еще? Что понравилось еще? Вот. Смотрите, коробка. Вот тоже беру на вооружение. Есть в коробке отверстие. Сейчас у нас в Санкт-Петербурге стоит жара под 30 градусов. Поэтому, чтобы гортензии не задохнулись. Это вот все, все правильно, абсолютно верно. Сделать коробки с дырками, отправлять в них гортензию. Так, Little Apple. Не поняла, что мне две отправили, что ли? Так. Вот это Little Apple. Сейчас, подождите. Little Apple сколько стоит? Вот. Маленькое яблочко в переводе. Little Apple. Apple яблоко, Little маленькое. Так. Это Minty Spirit, если я правильно произношу. Вот это неправильно. Это Minty Spirit гортензия. Little, я и думаю, что вроде как 50 сантиметров заявлено, она уже, видите, высокая. Нет, вот она. Little Apple. Вот, Little Apple. Маленькая, но с очень большими цветоносами. Поэтому, ну, новиночка. Вот в этом году, да, не бомбануло ничего так сильно, вот как Металлика. Последние два года Bonfire, Pixio прогремели. Вот Little Apple. Пинкачу. Вот не было тоже у меня этой гортензии. Пинкачу. Вот такая. Ну, все хорошее. Вот все хорошее. Придраться-то не к чему. Молодцы. Там у них, знаете, что изменилось на сайте? То есть я все в корзину бросила и хотела оплатить. Стала оплачивать картой, а у меня не хватило, так как подорожала отправка с ДЭК, у меня не хватило 200 рублей. Я карту пополнила и не могу оплатить, ну, второй раз делать, переделать заказ, второй раз оплатить. Какие-то там новшества введены. Было так, в общем, я им туда звонила, мне высылали номер заказа, я оплачивала на карту кого-то из работников вот этого питомника, мне подтвердили оплату и все выслали. Панателла, Панателла, так, Панателлу заказывала, да? Панзана. Что-то не пойму, кто это. Панзана, наверное, Панзана. Панзана, вот эта серия Пан. У меня есть несколько гортензий Пан. Кстати, Пантеон я заказывала в прошлом году. Саженец весной не пережил у меня заморозки весенние. То есть все хорошо, зиму пережил прекрасно, тронулся в рост отлично. Весенние, как уже были вот такие маленькие почки зеленые, вот эти почки замерзли. Восстановить, к сожалению, мне уже ее не удалось. Так, убираем коробочку. Это тоже все убираем. Так, вот смотрите, какие. Оп. Оп. Ну, не знаю. Я, вы знаете, все мои фактически гортензии оттуда.
Мне очень нравится. Вот в фирме «Поиск» покупала, тоже мне очень нравится. Так, давайте откроем, посмотрим корневую систему. Всех не буду открывать, девочки и мальчики. Посмотрим у одного. Поэтому уж порекомендовать могу смело этот питомник. Уже не первый год, я не один год там. Посмотрите, какая чудная корневая. Вот просто первый попавшийся. Вот. Поэтому всегда говорю, у кого-то вы покупаете, не стесняйтесь, у продавцов попросите, чтобы они показали вам корневую систему. Все-таки, да, всему главой корень, это может быть вот такое, 15 сантиметров. Но если корень будет никакой, даже если будет вот такое большое выгнано растение, корня не будет, растения не будет. Поэтому вот смотрите, какая чудная корневая. Так, сколько же у меня их тут? 10 штук я заказала. Вот это я молодец, вот это я понимаю. Гулять так гулять. Все, друзья, всего доброго. Отличные гортензии. У меня тоже очень хорошие гортензии. Здесь по 690 самая дорогая гортензия. Это однолеточки. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы. Красивых вам садов, цветов и отличного здоровья. Пока!